Здравствуйте, дамы и господа, приветствую вас, всех тех, кто меня смотрит. С вами вновь Николас Парти, это игра Warframe, онлайновый шутер, который находится в открытом доступе. Продолжаю делать очередные видео для вас на тему нулевой ранг легенда, различные новые механики, фишки и много интересного для начинающих, для более продвинутых игроков, как развлекательная тема. Значит, ну что, вышел наш любимый Warframe. Так называемый Revenant Prime. Вот такой интересный, замечательный Warframe. Значит, который я, в принципе, уже себе заполучил, скрафтил. И делается он на нулевом ранге. То есть по квесту нужен ранг, чтобы его получить. Но, как говорится, знание механики благополучно вас избавляет от всяческой вот этой ерунды. И также у нас появился 50-й Warframe. Это так называемый Стенакс. Давался он бесплатно любому желающему, кто вошел в игру с определенного времени. Ну, также не обошлось, конечно же, без багов. Очень замечательный Warframe, лучше, чем какой-то Excalibur стандартный. То есть многие на нем проходят. По фану всем он зашел, конечно, без своих недостатков. Но, к сожалению, вот этот щит и копье недоступны. Хотя выглядит оно очень эффектно и красиво. Значит, также у нас здесь новости, так называемые. Получите новые награды в ночь на Беруса. Хэллоуин открыт и доступ Revenant Prime уже открыт 5 дней. Значит, непосредственно тут и другие есть, но они меня мало не интересуют. Значит, здесь у нас магазин. Категория новинки. Здесь мы вниз листаем, уже появляются Хэллоуин, так называемые цвета за один кредит. Маска Дулахана за один кредит 22 дня будет. Ну, целый месяц праздника. Глиф Победа и Сигил Победа. Лента Победы. То есть все уже приобретено, тут также продаются временный ассортимент. Но меня это не интересует, значит. Также у нас появляются новые события. Это Ночь на Беруса. Они 28 дней существуют. Деймос, Некролист. Посетите дочь в Некролисте, чтобы узнать подробные события. И тут разломы Термия, да, где мы можем получить вооружение. Осталось тут 5 часов 15 минут. Также я непосредственно уже выполнил Микс Нор Диск 2. Уровень престижа 30 получил. Все награды, так называемые. Ну, также тут в предложениях можно рассмотреть что-то интересное, приобрести себе реактор и катализатор, так называемый, экстракт нитонита, различные, так скажем, моды, ауры, внешний вид и разное, да, то есть это темница Нехила, Кува, маячок волка, орнамент, эмиссар и орнамент Ночная волна. Ну, в принципе, неплохо поставить себе. Очень красиво. Выбью я себе Кору Prime. Вот такой внешний вид я имею. Очень хороший Warframe. Топовый для многих игроков персонаж. И
отличную внешность по своим характеристикам, по способностям. И сам по себе забавный. Значит, со своим питомцем. Также у нас присутствует здесь вторжение. Задание, так называемое. Вторжение Фарида. Фобос. Мутагенная масса. Также здесь у нас Фобос. Имеется поддержать гренир или поддержать корпус. За поддержку гренир мы получаем чертеж Axios Adapter для варфреймов. У меня их уже 10 штук создано. И за поддержку корпуса мы получаем форму. Ну, естественно, адаптер для варфрейма будет более эффективен. Также имеются другие награды. Это чертеж Снайптрон Вандау приемник, Стран Призрак ствол, Стран Вандау ствол, так называемый Снайптрон, и Уатро Призрак ствол. Также имеется здесь вторжение Фарида на Нептуне планета, так называемый. Здесь мы получаем за поддержку корпуса Муталист Ават 5, навигационные координаты. То есть собираем 8 штук, крафтим ключ и можно отправляться на Ириду убивать Авада 5. И убивать здесь Мису. То есть Миса замечательный варфрейм, он у меня уже скрафченный, лежит в кузнице. Но, как говорится, слотов ограничено, так что я пока что храню его у себя. Orkin Festival of Death, Darkness, and Deviance? The happiest time of the entire year! I've dug out all the old family decorations. Take a look. One of them even tells a story. Добираемся до дочери, до Валки Кейтли, которую всем дают в праздник Хэллоуина. День Наберуса. Здесь мы вкладку выбираем угощение Наберуса. Здесь рассматриваем моды. Вместо модов здесь установлены мистификаторы, заражение Эксодии и эпидемия Эксодии. Два мистификатора, каждый стоит всего лишь по 50 символов матери. Также у нас есть внешний вид. Здесь у нас чертеж эфемера Наберуса. Скин День Мертвых на Грэм. На Басму. Также на День Мертвых Некромех. Сигил Мрачная Ухмылка Наберуса. Эфемера Предилищик. Эфемера Ноктаус. И чертеж Шлем Ревенанта Вания.
даже небольшое украшение Сугатра. Следующая у нас разная вкладка, это различные чертежи на Басму, чертежи на Лекра Кита, симулякрум Большой Зал, глифы Злобный Взгляд на Беруса, Гниль на Беруса, Гвоздь Черепаков на Беруса, Цвета на Беруса, Ночь перед Хэллоуином, Фигурка Сталкера, Шепчущая игрушка на Беруса, затем у нас чертеж Шиф, глиф Ревенант в деле, украшение Дом с привидениями, статуэтка Джек он Наут, Шиф рукоять, лезвие, Шиф, радиатор Шиф, полный комплект Зо, Чумной Аквин, Чумной Кивар, Чумной Баквин, Чумной Крипат. Полный сетап. Я тут заранее уже прикупил. Всего у меня было примерно 7200 символов матери. Но еще осталось 5745. То есть, в принципе, вообще могу скупить. Тут все еще останется. Достаточно всего много здесь. Как говорится, вот собираем топ-пушку, зошку. Крафтим на метательное оружие через мистификатор. И получаем удивительное вооружение на нулевом ранге. Символов матери нафармить можно вообще на любом ранге. Это никакая не проблема. Видите, вот он нулевой ранг, показать профиль. Ничего сложного нету. Берешь, выбиваешь с кем-то или один. В команде, либо в соло. То есть на ваше усмотрение. Очень большой ассортимент выбора товара здесь. И если, в принципе, как ивент рассматривать, как день Хэллоуина, очень перспективно. Даже лучше, чем предыдущие два. Это место, как сказать, Чумной Звезды. Здесь награды добавлены. Единственное, не хватает чертежей форм, блин, чтобы можно было набрать. Ну, как в целом, очень хорошо. То есть времени 22 дня, это вполне достаточно, чтобы скупить здесь все еще, чтобы осталось. Так, ну на этом, я думаю, закончить.